Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на молоко. Такого видеообзора у нас, по-моему, еще не было. Но уж поскольку зашла тема бренда «Кувшин молока», вот он, «Кувшин молока», я решила уж записать обзор на все его продукты, поскольку они безумно вкусные. Но молоко я еще пока не пробовала, но видела, что его берут очень-очень много. Вот здесь ровно литр, и стоит оно 55 рублей. То есть в магазине стоит дороже, и там 900 там с чем-то миллилитров. Вот, масса доли жира. Здесь 3 четвертых или даже дефис 6.0%. То есть, ну, видимо, до конца неизвестно. Видимо, такое оно жирненькое должно быть, вкусное, цельное, питьевое, пастеризованное. Так, оно свеженькое у нас. Не видно вам. Здесь вот написано 14 марта. У нас вчера было 13... Ну да, у нас сегодня 14 марта. Вчера была пятница 13. Вот так... Здесь вот что-то у нас написано. Что тут написано? Изготовитель, Самарская область. Да, оно продается в Самаре и в Тольятти. Возможно, продается еще и в других городах. Я, честно, даже не знаю. Вот, поэтому я делаю обзор, чтобы люди не пугались, покупали, потому что это действительно вкусно. Особенно творог, кефир, ряженка, варенец. Они просто бесподобные. Сегодня вот мы с вами попробуем молоко. Мне кажется, оно тоже очень-очень вкусное. Потому что покупать у какой-то деревенской бабы, ладно, женщины деревенской, там, то есть деревенское молоко, можно травануться, может оказаться корова больная, она может это не знать, вы можете это не знать, прокипятите вы это, время очень надо много убить. А здесь все уже, вот готовое молоко, покупаете, наливаете и пьете. И здесь вы будете уже 100% уверены, что с ним все в порядке. Так, объем, да, у нас тра-та-та. Так, жир у нас 3 четвертых до 6 грамм. Белки. Так, белка 3 грамма. Углеводы 4,7. Так, и килокалории 81 на 100 грамм. Да. А, нет, от 61, да, 8. Ну, как-то вот, блин, не очень привычно. Так, 24 часа. То есть довольно быстро. А вот, это когда, наверное, после вскрытия. Или 5 суток. Там, короче, не знаю. Все тут как-то запутано. Состав. Молоко коровье. И все. Ну и там пастеризованное. Так, давайте его уже откроем. Я уже не могу, хочу попробовать это молоко. Еще во время диеты я прям ужасно хотела молоко. Вот наше молоко. Так, молоко. Ну, молоко по цвету, оно точно такое же беленькое, как и должно быть. Давайте его понюхаем. Пахнет просто молоком обычным, даже какой-то запах из детства, как кипяченый запах, что ли. Не знаю. Давайте его попробуем. По вкусу, знаете, вот честно, как настоящее молоко. То есть вкус отличается от магазинного молока. Кто пробовал деревенское молоко, настоящее, вот точно так же, вот тот же самый аромат вот этого молока, такое жирненькое, такой ароматный, вкусный. Такой, знаете, даже немножко напомнил мне детство. В детстве давали молоко. Да, если бы, кстати, оно еще было немножко тепленьким, то показалось бы, что такое прям парное молоко, как будто корову только сейчас подоили, налили в стакан. В принципе, раньше, да, в детстве наверняка вы тоже так же пили молоко. То есть подоили корову, дали в стакан и выпили. Вот точно так же. Вот оно сейчас прохладненькое у меня. А так прям очень вкусное такое оно. Мне так и хочется сказать нежное,
такое ароматное, такое прям молоко-молоко. Такое классное-классное. Такое ароматное, вкусное. Ну, я думаю, да, наверное, здесь молоко натуральное, настоящее. Потому что все-таки магазинное молоко, оно отличается по вкусу. Там уже больше сухого молока, наверное, добавляется, там еще что-то. А вот здесь вот я такой вкус, честно, уже давно не чувствовала такой вкус молока, настоящего молока. Не просто там какой-то вкусный. Очень вкусно понравился, я, наверное, даже буду покупать. Пить молоко, все-таки это польза, полезно. Вместе с едой. Как в деревнях живут. Они чай, наверное, не пьют. Они пьют молоко. Молоко с картошкой, молоко с кашей. Пьют, как мы, чай там с чем-то или воду. Они молочко пьют. Очень вкусно, мне очень-очень понравилось. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Как вы считаете, на какой вкус должно быть молоко в пакетике? Ну, не знаю, мне кажется, отличается. Прям такой у него, такой он ароматный, такой, блин. Я прям аж в восторге, честно говоря. Я даже думала, знаете, сидела, думала, зря, наверное, купила я молоко. Думаю, я его целый литр не выпью. А сейчас я думаю, блин, такое классное, надо завтра еще пойти за молоком, пока есть эта возможность выйти. Ладно, напишите свои отзывы, какого вкуса должно быть молоко. Может быть, вы уже пробовали именно этого бренда молоко. Понравилось оно вам, не понравилось? Напишите, пожалуйста, комментарий именно в YouTube под этим роликом моего канала Art Mania. Никакого там другого, а то сейчас воруют ролики. И всем пока-пока. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, путешествия, как мы с сыночком живем, развиваемся. И всем пока-пока.